Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. На экране вы уже можете видеть следующий каталог. И давайте приступим. Первое средство, которое было заказано, это Femenel Protecting. Очень мне нравится данное средство. Я в предыдущих видео о нем очень много рассказывала. Можете посмотреть. Очень хорошая цена была на данное средство. Следующее, и это, конечно же, очень приятные цены на гель для душа и мыло из серии Discover. И я, конечно же, взяла себе два геля. Сейчас второй вам тоже покажу. Самый мой любимый, это, конечно же, Камчатка Wilderness после японских церемоний. К сожалению, в компании Oriflame я больше не вижу гель для душа японские церемонии, хотя аромат мне очень нравился. И вот как раз-таки взяла в паре гель и мыло по очень хорошей и привлекательной цене. И, конечно же, второй гель для душа. Это у нас новинка California Beach. Здесь мы видим, что аромат, скорее всего, лимона, да, цитрусы и манго. Хочу обратить внимание, как всегда в компании Oriflame, вся продукция, это гель, шампуни, запечатаны. Приходит вот такая вот заглушечка здесь стоит. Но сейчас я все равно открою, чтобы почувствовать, надеюсь, очень приятный аромат. И вот такое вот тоже мыло California Beach. Ну, про мыло я очень часто рассказываю, когда распаковываю товары, да, о том, что, собственно, мыло очень хорошее, оно не размыливается в ванной и достаточно надолго его хватает. Так, я уже открыла наш гель для душа, и давайте посмотрим, что же у нас это за аромат. У меня такое ощущение, что в компании Oriflame уже что-то было похожее на этот аромат. Он, кстати, не такой навязчивый, то есть это больше такой, знаете, сладкий аромат. То есть это не цитрусовый в прямом смысле, а что-то такое сладенькое, вот как карамельки бывают, такие, знаете, бон-пари, там лимончик, какой-нибудь кренбери, что-то из этой серии. Ну, прикольненький такой аромат, надеюсь, приятно порадует. Гели, кстати, очень хорошо пенятся и хватает их также надолго. Следующее, что было заказано, это, конечно же, по супер акции я заказала 3 товара. Называется акция 2 плюс 1. Два товара покупаете, третий идет в подарок. Как раз хочу показать, надеюсь, что все будет видно. Я купила себе тушь Big Lash Mascara, на этот раз водостойкую, и средство новинка, оттеночный бальзам для ресниц и бровей. И помада мне пришла в подарок из серии One Color, оттенок Cherry Cocoa, вишневый какао, как-то так она называется. Сейчас мы с вами все протестируем, но я хочу немножко рассказать про тушь Big Lash. У меня тоже есть маскара, но это не водостойкая, вы можете видеть, да, они разные по цветам. Очень нравится мне эта тушь, она каждый раз меняет, да, вот эта серия On Color, каждый раз меняет, скажем так, логотип, название, но сам факт, что тушь остается неизменной, качество ее, конечно, на высоте, и мне очень она нравится, действительно, реснички выглядят объемными, несмотря на то, что эта тушь абсолютно из бюджетного сегмента. И также хочу вам показать, вот на смену, собственно, вот этому средству, да, Brow Cara, это у нас, ну, условно, тушь для бровей в оттенке, сейчас вам скажу, средний коричневый, medium brown. Вот это средство, этим средством я уже пользуюсь на протяжении, наверное, месяцев 3-4. Оно мне очень нравится, оно, мне кажется, просто нескончаемое. Да? Вот если смотреть по размеру, то тушь, то она выглядит, во-первых, меньше по объему, да, чем тушь. И, соответственно, вот вы можете видеть, у нее другой объем, но при этом этого средства очень надолго хватает. И, конечно, просто нареканий никаких нет. Очень классная штучка. Я рада, что я познакомилась именно в компании Oriflame с этой новинкой. И, конечно же, она всегда со мной. Ну, будем делать макияжи, будем смотреть.
Так, хочу также показать вам, что все приходит запаяно, видите, да, все в пленочке. Сейчас не буду распечатывать, чтобы не высохло. Тушь также не буду распечатывать, пока у меня еще есть. Закончится, обязательно открою. Могу только вам показать, какая кисточка в данной туши. Думаю, что здесь она такая же идентичная. Давайте посмотрим. Сейчас сфокусируюсь и постараюсь вам показать. Так, камера что-то не хочет фокусировать. Вот. Вы можете видеть, какая щеточка. Очень классная. Каждую ресничку пририсовывает. Тушь за 100... по-моему, за 179 рублей по цене каталога. Ну и, то есть, вообще просто это реально бюджетнее некуда. И, конечно же, самое главное – это помада. Что-то хотелось мне такой помады, знаете, из серии винных оттенков. У меня когда-то были помады и от компании Mary Kay, и от Oriflame у меня были. В Ифраше, по-моему, нет, но вот решила сейчас возобновить, потому что у меня есть красные оттенки, у меня есть розовые оттенки, ну а винные у меня закончились, и это была компания Mary Kay, кстати, закончилась в мае этого года, был какой-то ягодный коктейль, если не ошибаюсь, очень тоже интересный такой оттенок, ну и, в общем-то, вот на смену я взяла себе помаду в подарок. И давайте посмотрим, какой красивый цвет данной помады. Ну, как обычно, я всегда делаю такие размерные фото, да, чтобы вы могли видеть, насколько хватит вам этой помады. В принципе, помады Oriflame, они очень питательные, и хватает всего немного для того, чтобы появился цвет. Ну и давайте посмотрим. Конечно же, помада имеет очень приятный такой аромат. По мне так вообще, знаете, а-ля вот этот каким-то... Ой, как, какими-то карамельками пахнет. Я уже схватилась не за футляр, а за саму помаду. По мне пахнет карамельками. И знаете, такой очень приятный аромат, как вот раньше помады были, такие, знаете, в постсоветское время. Так, ну и давайте нанесем оттенок. Сейчас попробую сфокусировать, чтобы вам показать. Сейчас, конечно, камера немного засвечивает, да, данный оттенок, но вот сейчас вот вы видите правильную передачу цвета. Он больше, конечно, действительно оправдывает свое название, вишневый какао, да, то есть это цвет такой вот dark cherry, я бы сказала бы, да, когда вы покупаете черешню, она такая, ну, как такая вот прям цвет, как мерло, ну, темная, да, черешня, и вот сейчас именно цвет действительно такой. Очень приятный оттенок, и, как вы можете видеть, помада очень пигментированная, то есть всего лишь несколько взмахов нужно, чтобы цвет остался на ваших губах. Эту помаду из данной серии One Color первый раз пробую, она, естественно, не матовая, вот, но, надеюсь, сейчас на лето самое оно. Ну и, конечно же, самое последнее, что было в моем заказе, это, конечно же, новиночка недавняя, это Joy Stork Boss. Хочу обратить внимание, что все воды и туалетные, и парфюмированные, и спреи приходят всегда в слюде в компании Oriflame. Я все-таки остановилась на одном аромате, не стала брать два. Не вижу смысла, конечно, покупать слишком много ароматов. Нужно использовать те, которые есть, так как они имеют свой срок годности. Ну и, конечно же, давайте все-таки взглянем на сам парфюм. Очень нравится оформление такое, знаете, в морском стиле, летнее такое, очень интересное вообще. Очень тяжелый флакончик, хочу вам сразу сказать. И вот так вот выглядит сама водичка. Мне данный флакончик напоминает аромат Натюрель от компании Yves Rocher. Согласитесь, что-то общее в данных баночках есть. Здесь у нас с вами туалетная водичка. Объем здесь 50 мл. Выглядит она вот таким вот образом, то есть вы можете видеть, да, что здесь цвет непрозрачный, цвет водички самой такой немного голубоватый, даже в бирюзу уходит. Ну и давайте протестируем.
Что хочу сказать. Сам пульверизатор достаточно хлипенький, крышечка тоже такая же. Ну, что вы хотите за деньги, да, то есть за 300 с чем-то рублей. Это обычный, даже не знаю, слышно или нет, ногтей у меня пока сейчас нет особо, поэтому не слышно. Но это обычный такой, вот видите, сгибаемый пластик, скорее всего, с чем-то, да, который, конечно же, можно согнуть. Вот, ну, само оформление, конечно, все-таки в виде капельки выигрывает. И сам флакон выполнен из стекла. Здесь у нас написано Joyce. Еще мне понравился аромат один, это Joyce Rose, но его я приобрету чуть позже. Что хочу сказать про сам аромат. Мне он очень понравился, почему? Потому что в нем есть очень приятный такой аромат, знаете, вот я люблю, когда аромат цветочно-водный, даже больше не цветочный, а именно водный аромат. С цитрусами, здесь цитрусов, правда, нет, но здесь есть вот это вот что-то такое, знаете, вот свежее, приятно пахнущее, сладкое. Все-таки сладости здесь есть, но надо смотреть, как сам аромат раскроется через минут 10. Очень мне понравился этот аромат. Я хочу вам сказать, что в жару он просто будет выигрышным вариантом, выигрышным вариантом для вас, потому что он все-таки освежает. Освежает и очень приятно освежает. Поэтому, если кто-то искал таких легких, ненавязчивых, хороших ароматов, которые будут с вами, да, всегда, то есть его можно в сумочку положить, посмотрите, он не очень большой, не очень такой, скажем так, габаритный. Да, тяжеленький, так как это стекло, но при этом он всегда будет с вами, или у вас где-то в тумбочке на работе, или там в сумочке. Очень выигрышный вариант, поэтому кто рассматривал хороший такой недорогой аромат, я не знаю, насколько он заявлен, да, сколько он будет держаться на коже, но я думаю, что часа 3 он будет держаться как минимум 100%. Ну вот, это был мой небольшой заказ из компании Oriflame. Подписывайтесь, если у кого-то какие-то вопросы, пишите в комментариях, либо мне на почту. Всем хорошего дня, всем пока-пока!